Кола огнеметная система. Даже с активными наушниками это очень громко. Я не представляю, что происходит в месте, куда эти ракеты попадают. Ну, помимо разрушительного этого термобарического эффекта, это стопроцентная деморализующая, очень мощная такая история. Поэтому вот такое сочетание пряника в виде информационной работы при помощи громкоговорителей и вот такого страшного кнута, о котором только если слышать. Так, прилет. Я так понимаю, позиции засекли, скорее всего. Вот поднимается дым. Подвал! Машина отрабатывает. Собираемся. Да, только что украинская артиллерия отработала в наш район. Ну, этого следовало ожидать, потому что ТОЦ – это артиллерийская система ближнего боя, можно так сказать. Бьет жестко, но недалеко, поэтому быстренько грузимся и уходим. И уходим. Быстро, быстро, быстро! Покидает позиции и сам огнемет. Еще один огнемет совсем рядом.